28 января отмечает 55-летие актриса Ольга Кабо. Она может похвастаться успешной карьерой, в которой более 80 кинопроектов и без числа ролей на сцене театров. Она и сейчас занята буквально под завязку. Даже накануне дня рождения вышла в роли Маргариты в Новосибирске в антрепризном спектакле по произведению Михаила Булгакова. Уже потом рванула в Москву, где ее ждут мама и сын, чтобы отметить круглую дату в компании близких. Актриса уверяет, что принимает свой возраст с благодарностью к своей внешности, данной природы, потому не стремится что-то улучшать и корректировать с помощью пластики. Просто старается сохранить то, что имеет, благо, косметология нынче весьма развита. На что ей не хватает времени, так это на спорт. Но зато она не отказывает себе в любимом хобби. А также предана своему поклоннику, на встречу с которым стремится при каждом удобном случае. С ним она действительно счастлива. Рассказала Кабо издание Star Hit, а еще призналась, что...